На, посмотри на этого крутого гангстера, йоу! Кошка, ты таким не был? Нет, я был намного хуже. Да, туда все пошло к черту. Здорово, кореш. Я здесь батрачу последнюю неделю и скоро докачаюсь до 6-го ловака. Буду тусить с вами. О, нет, чувак, нам рэперы нафиг не нужны. А ты подавно. Это все из-за того, что я рифмую на У, потому что я так хочу, я так могу, и Пикачу. Не, в натуре OG, рэп это не твое, понимаешь, как бы ты ни старался, это все равно полный шлак. О, ну что ж, послушай меня, я тебе расскажу сейчас, как я пойду на резону. О, да, да, ты сейчас типа это круто зачитал, я даже тебя немножко стал уважать за твои такие крутые рифмы. Я, ну, я типа могу еще лучше, понимаешь? Если только... Слушай. Я, короче, собираю большую толпу. Мы собираем все полный зал. И крутим реальный движ, крутую движуху. И с моим участием. Как я, OG Mighty Vlog, буду выступать на сцене, читать свой крутой рэп на У. А OG Vlog ворвался в игру. Мой оппонент давно в гуру. А я за ним не пойду. Стоп, я все понял, Только в следующий раз... Веди промокод, ладно? Чтобы больше не работать в этом престижном заведении под названием Забегаловка. О, боже. Всем привет! Многие из вас давным-давно прошли GTA San Andreas. Вот сейчас, на секундочку, я хочу, чтобы вы вспомнили то, как это было. Ведь в сегодняшнем видеоролике я вам покажу 5 миссий, которые вы проходили неправильно. Не, ну серьезно, вы мучились, а на самом деле оказывается все так просто. Как лайк поставить, например, на этом видео? Это же легко. Так вот, эти миссии на самом деле не такие уж и сложные, как вам могло показаться тогда, лет 5 назад, а может быть 10, смотря когда вы проходили игру. Или же может после просмотра данного видеоролика вам снова захочется ее перепройти, но делать вам это будет намного легче. Итак, погнали! 5 миссий, которые вы проходили неправильно. Первая миссия Outrider. Миссия, где нужно сопроводить грузовичок с контрабандой из пункта А в пункт Б, при этом уничтожая все засады, которые подготовила вам триада. И потом еще полчаса ждать, когда этот грузовичок доедет до пункта назначения. То есть это весьма продолжительное время. А ждать нам совсем не хочется. Так вот, есть один способ, который в разы облегчит данную миссию. Все, что нам нужно для прохождения данной миссии, так это один пакетик C4 и 2 точных выстрела в автомобиль, который нужно защищать. Можете использовать как снайперку, так и рифл. Подойдет любое. Принцип действия очень простой. Первое. Вы не должны доезжать до красного маркера, дабы не сработала кат-сцена. Припаркуйте машину рядом с ним. Далее то, что вам нужно сделать, это заложить взрывчатку, как показано на видео, и сделать 2 выстрела в сам фургон. Далее возвращаемся в машину, и перед тем, как сесть в нее, активируем заряд C4. Машина загорается, у NPC срабатывает инстинкт самосохранения, он вылетает из грузовичка, при этом открывает нам дверь. Все, что нам остается, это просто сесть за грузовичок и самим довести его до пункта назначения. Минуя при этом все засады, да и вообще весь маршрут, потому что теперь мы задаем его сами. Но будьте осторожны, после этих всех действий у машины остается 1 хп, любое столкновение сразу загорается, миссия будет провалена, сами понимаете. Следующая миссия — последний полет Тарина. Все, что нам нужно делать в этой миссии, так это просто следовать за вертолетом Тарина и пытаться его сбить с помощью РПГ. Большинство, скорее всего, так и делают, и при этом тратят кучу времени в погоне за ним. У некоторых и вовсе заканчивается свой боезапас, и вообще непонятно, что после этого делать. А что если при старте с имеющимся хотя бы одним зарядом РПГ сбить вертолет и больше не париться? При нужной сноровке это вполне легко сделать. Come on, we'll get fucking home.
Одна из миссий ограбления с Каталиной, когда грабим ликероводочный ларек. Большинство из вас реально надеется на им Каталины. Но настоящие мужики всегда все берут в свои руки, и перед началом данной миссии просто зайдите в амуницию и купите рифл. И как только грабители уезжают, вставайте сюда, как показано на видео, и сами отстреливайте их. Это в разы облегчит вам миссию, да и много времени вы на это не потратите. Ограбление ветерана, который по какой-то причине не запирает входную дверь. Да, это очень странно. Перемещаться по дому можно с помощью слайда. Слайд — это скольжение с любым двуручным оружием, известный баг в GTA San Andreas. На самом деле просто использование, если немного потренируетесь. И дело в том, что этот слайд вполне неплохо работает и с ящиками ветерана. Вы с ними так же, как и с дробовиком, можете скользить по его дому, при этом бесшумно. С таким лайфхаком миссия уж точно не должна быть особо сложной. Ограбление ветерана, который по какой-то причине не запирает входную дверь. Да, это очень странно. Перемещаться по дому можно с помощью слайда. Слайд — это скольжение с любым двуручным оружием, известный баг в GTA San Andreas. На самом деле просто в использовании, если немного потренируетесь. И дело в том, что этот слайд вполне неплохо работает и с ящиками ветерана. Вы с ними так же, как и с дробовиком, можете скользить по его дому, при этом бесшумно. С таким лайфхаком миссия уж точно не должна быть особо сложной. Не по ту сторону рельс. О боже, если бы вы знали, сколько есть гайдов, способов прохождения данной миссии. Мне кажется, по прохождению этой миссии можно создать отдельный канал на YouTube и выкладывать каждый день по видео о том, как ее пройти. Не, ну реально, у многих с ней были проблемы, что ли? Напишите в комментариях, если испытывали с ней какие-то сложности, и в чем именно. Есть один очень простой и дедовский способ пройти ее за 7 секунд с начала старта поезда. Все, что вам нужно, это набрать побольше скорости и на первом же трамплине запрыгнуть на поезд. И сделать все самостоятельно, а не надеяться на жирного мазилу. А на этом все, надеюсь, вам видеоролик понравился. Если это так, то не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий. А с вами был Хик, услышимся в следующем видеоролике.